Ну, все, повыгнал овечек и коров. Трассу не можем окончить, не везут щебень. Нету у них ни в Белово. Из Белово привезти не могут. Коровы, овечки стоят вот, чтобы далеко не ушли, их надо придерживать. Ну, там пастух уже ждет. Похоже, что это Анфим. Коровки стоят, сейчас другие должны подогнать. Их выгнали раньше, сегодня 19-е преображение, пошли в церковь, чтобы люди успели прийти в церковь. Батюшка сегодня в Барнауле. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Домик. Здесь вот разровняли эту гору глиняную. Все. И сюда. В церковь идут. Пожалуйста. Доброе утро. А тут выступ горы остался. И какие березки славные. Беленькие стоят. Вот эта гора совершенно не сдвинутая была бы. Ну, благодаря того, что у нас был бульдозер нанятый, мы попросили. Вот первый дом, который построили, саманный. Батюшка обложил кирпичом его. И вот это наросшие деревья. Я их вытащил, попросил вытащить сюда. Доброе утро. Доброе утро. Слава Христу. Видите, идут люди наши православные. Туман стоит. И вот эту гору сдвинули, иначе бы не сдвинули. Вот на дорогу он ее вытащил. Добыли песка, щебни насыпали. Ну, а проход оставили все-таки вот, по, где куча лежит. И вот, ну, сейчас. Не пройти туда дальше. Сегодня богослужение. Доброе утро. Доброе утро. Идут в храм. Преображение, батюшка приедет. Когда уже там исповедь сейчас в Барнауле при счастье. У тебя цветок упал, Люба. Вон остался. Я его увидел-то случайно, можно сказать. Какой туман стоит? Говорят, что это грибные туманы. А грибов нет. Так, нет? А грибов нету в этом ну, году. Так нету. Еще будут. Если тепло-то будет, да вот это напарит их. Так это если тепло будет. Может быть так. Вот так. Лишь приучили отворачиваться, стоять спиною, чтобы не видели их ничего. А еще сейчас пусть ответят сами. Сейчас коровки стоят. Зло выборочно не бывает. Есть такое выражение. И оно обернется к тебе. Когда где видно было, чтобы святые закрывали лица свои, чтобы их не видели или что-то, это значит, что-то за спиной прячется. Вот поле идет. Пошли. А там идут гуси Любины. Ой, гуси, га-га-га.
17 гусей. Так они у нее. Замечательная птица. Наш отец всегда держал. А вот теперь гонят коров основных. Это барабаши. Раньше у него было 36. Сейчас поменьше, он больше. Да. Держат куриц люди, курочек. Несколько сот. У Галины было 450. Свиней до 100. Овечек до 100 дальше не считают. Один человек говорил, русским достаточно до 100 считать. Шикель Грубер такой.